наша территория одна из первых получила этот вирус. Пациенты сразу практически в течение суток у них развивались пневмонии, они попадали на аппараты искусственного дыхания. Я помню только, когда я лежала под капельницей, я маму не узнавала. Ребенок просто вообще был за несколько часов ни в каком состоянии. Конечно, мы боялись. Конечно, это были бессонные 4 или 5 ночей. Свиной, он же испанка, он же мексиканский. Имен много, а хозяин один. С ним хоть однажды в своей жизни сталкивались, пожалуй, все. Он способен почти ежегодно приводить к массовым вспышкам и даже эпидемиям. Поэтому так важно знать врага в лицо. Чем он опасен, как от него защищаться и легче переносить. Поговорим о гриппе. Рощино, воздушные ворота Тюмени. Обычный будний день. Среди пассажиров, прилетевших из Европы, идет тщательная проверка. Ищут не наркотики, не оружие и не террористов, а людей с сухим кашлем, лихорадкой и сильной слабостью. Носители нового вируса. Первый свиной грипп мы выделяли у школьников, которые побывали в Лондоне, тюменские школьники. То есть их прямо встречали в аэропорту, измеряли температуру, везли материал нам, и мы выделяли ребятишек. Вот весной 2009 года. Наша территория одна из первых получила этот вирус. В ноябре газеты писали, на каждую сотню тысяч городского населения приходится 9 тысяч заболевших. Это вдвое больше обычного в пик сезона. Поликлиники Тюмени работают в усиленном режиме. На помощь докторам приходит 600 студентов-медиков. В аптеках дефицит одноразовых масок, ажиотаж на противовирусные средства. Грипп не щадит никого. Особенно тяжело он бьет по маленьким детям. В свободное время Даша занимает рисованием. У девочки хорошо получается. Ее работы даже вошли в сборник лучших картин учеников школы искусств. А вот картина болезни, которую Даша перенесла в 4-летнем возрасте, навсегда запечатлена в памяти ее родных. На горнолыжном курорте в Свердловской области, где отдыхала семья, девочке резко стало плохо. Ночью поднялась высокая температура, прям сразу резко, то есть температура была около 40. Я дала ребенку лекарство, но температура снижалась вот буквально на пару часов. То есть и после этого у нее вновь она была под 40. Врачи сначала подумали, что у ребенка, возможно, менингит. Было решено возвращаться домой, к своим, тюменским врачам. Всю дорогу ребенок бредил. В больнице Дашу сразу же положили под капельницу. Я помню только, когда я лежала под капельницей, вот, и меня женщина попросила, чтобы я считала плитку на стене, чтобы сознание не потерять опять. Василина – активный, жизнерадостный ребенок. Учится в школе, занимается вокалом, а в свободное время любит подвижные игры во дворе. Ради нее и младшего сына родители сменили городскую квартиру на загородный дом. Свежий воздух, закрытая территория, можно смело отпускать детей на улицу хоть на весь день. Ведь прогулки закаляют, а значит, укрепляют иммунитет. Сейчас мама Ксюша за здоровье детей спокойна. Но вот события 10-летней давности, когда дочери был год, вспоминает с дрожью. Первое, с чего все началось, это была слабость. Хотелось спать. Конечно, это нарастала температура. В первые сутки она до 39 подскочила. Я ее наблюдала ночь. На следующий день мы обратились к нашему врачу. Результаты показали наличие нового опасного вируса, который приводит к тяжелейшим осложнениям. Конечно, мы боялись. Конечно, это были бессонные 4 или 5 ночей. Боялись, потому что много об этом говорилось. Где-то нагонялся, наверное, страх. События, которые произошли с нашими героями, стали частью истории под названием «Пандемия гриппа А H1N1». Спустя 100 лет вновь напомнил о себе вирус, который в начале 20 века унес жизни миллионов людей по всему миру. Этот штамм гриппа тогда называли испанкой. В наше время на слуху другое его имя – свиной. Слово «грипп» французское, что значит «нападать, захватывать». Именно так и действует вирус. Во время разговора, чихания или кашля он от больного человека попадает в дыхательные пути здорового и прикрепляется к тканям слизистой. Его белки, антигены гемагглютинин и нейраминидаза, как ключом отпирают замок входных ворот клетки. После проникновения вирус высвобождает свой генетический материал – РНК и начинает активно размножаться. Новорожденные возбудители готовы заражать новые клетки. Весь процесс
операция занимает 3 часа. Через 5-6 часов их уже тысячи, а через сутки – миллионы. Стремительное развитие заболевания – в этом и заключается особенность вируса гриппа. При других респираторных инфекциях ухудшение состояния будет постепенным. Есть целый ряд симптомов, которые подскажут – это недомогание, непростая ОРВИ. Так, при гриппе температура поднимется до 39-40 градусов и не понизится в течение 3-4 дней. А вот насморк и заложенность носа возникнут не сразу, а появятся через несколько суток, так же, как покраснение и боль в горле. А еще сильная головная боль, светобоязнь и ломота в мышцах и суставах. Грипп вообще сам протекает с очень большой интоксикацией, тяжело протекает. И бывают очень часто ранние вирусные пневмонии, тяжелые. Это вот 2009 год, если вспомнить, вирус свиного гриппа, когда пациенты сразу практически в течение суток у них развивались пневмонии, и они попадали на аппараты искусственного дыхания. Вот поэтому врачи рекомендуют не гадать, а сразу обращаться к ним. Только доктор сможет правильно поставить диагноз и назначить лечение. Но пока дожидайтесь медиков, примите жаропонижающие. Но тут есть несколько правил. Если температура не превышает 38,5 градусов у взрослых и 38 у детей, снижать ее не надо, поскольку так организм пытается сам справиться с болезнью. Главное не затянуть, если на термометре 39, принимайте таблетку. Однако имейте в виду, никакого аспирина, ведь при высокой температуре у человека увеличивается давление на сосуды, которое этот препарат усиливает. Но и самое главное, прежде чем снизить температуру, надо определить, к какому типу она относится – красный или белый лихорадка. Последнее очень опасное, особенно для детей. Ее главный признак – холодные конечности, когда все тело разгоряченное. То есть нужно пациента согреть. При белой лихорадке обычно руки и ноги холодные. Бывают всякие другие осложнения. В этом случае лучше вызвать скорую или доктора. При красной лихорадке вы можете обтереться, выпить жаропонижающее. Чтобы победить грипп, необходим комплексный подход. Только так можно справиться с заболеванием в короткие сроки. Во-первых, больному нужно обеспечить покой и комфорт. Постельный режим обязателен. Во-вторых, нужно пить больше жидкости. Обильное теплое питье поможет быстрее вывести токсины и избежать обезвоживания. Лучше всего подойдут морсы, травяные чаи или вода. Что касается приема лекарств, то всю медикаментозную терапию можно разделить на два вида – симптоматические средства и препараты, помогающие бороться с причиной заболевания, то есть вирусом. Первые помогают снизить температуру, избавить от боли в горле, кашля и заложенности носа, но никак не влияют на активность вируса, а лишь облегчают проявление болезни. В этом-то и заключается определенная опасность. Сбив температуру, человек решает, что поправился, и возвращается к активному образу жизни, заражая окружающих и рискуя через сутки снова оказаться в постели с осложнениями. Поэтому, как бы ни были разнообразны симптоматические средства, лечение гриппа основывается не на них, а на противовирусных лекарствах. Доказанной базой это у нас осельтамивир, который у нас есть, как Тамифлю, Немидес. Против гриппа H1N1, H2N3 – доказанный препарат, который входит в клинические рекомендации. Защитить свой организм от гриппа и его осложнений может своевременная вакцинация. Прививка снижает риск заболеть на 70-80%. И даже в случае заражения болезнь протекает в легкой форме и без осложнений. Когда лучше поставить прививку от гриппа, чтобы успеть к сезону? В сентябре обычно начинается, в этом году даже чуть пораньше, в конце августа уже была возможность поставить прививку. По поводу вакцины, она же каждый раз у нас меняется. Действительно, вирус гриппа, он особенность вируса гриппа, что он очень часто изменяется, у него есть такое свойство. И именно поэтому мы прививки ставим ежегодно. Но поскольку вирус изменяется, изменяет свои свойства, и вакцина тоже. Каждый год в области стараются привить от гриппа как можно больше людей. И ежегодно количество сторонников такой профилактики растет. Приняла решение о прививках от гриппа очень давно. Лет 5, наверное, 6 назад, привившись от гриппа, я даже переболела так называемым свиным гриппом. Но заболевание протекало значительно легче, чем оно должно бы быть. Всем предлагаю, всех призываю вот к этому. Ну, здесь ведется большая работа на уровне правительства Тюменской области, на уровне департамента здравоохранения, на уровне медицинских организаций. Ну, эта работа проводится в целом по России.
то есть идет именно активная прививочная кампания. В области знают, как противостоять гриппу. Держать удар помогают отработанные годами приемы. В преддверии сезона по городу разъезжает вакциномобиль, где поставить прививку себе может любой желающий. В разгар инфекции детей отправляют на внеплановые каникулы. В общественном транспорте обрабатывают ручки и поручни дезинфицирующим раствором, а в торговых центрах раздают маски. Важно и самим соблюдать правила гигиены, регулярно проводить влажную уборку и проветривать помещение. А еще медики рекомендуют взять за правило чихать не в ладонь, а в сгиб локтя. Во время кашля частички слюны больного человека разлетаются со скоростью 4 метра в секунду. На игрушках, дверных ручках, компьютерных клавиатурах вирус живет до 48 часов. На мягких поверхностях, таких как диваны, одежда, газеты или книги, до 8 часов. На коже до 15 или до первого мытья рук. Инфекцию легко можно получить, если пожать руку носителю вируса, а затем потереть своей рукой глаза, нос или рот. Вот почему нас с детства учили мыть руки. ВОЗ разработал схему, которая хорошо известна всем врачам. Она называется «11 шагов к идеально чистым рукам». Нанесите на руки необходимое количество жидкого мыла. Намыльте руки. Правой ладонью вымойте обратную поверхность левой ладони. Поменяйте руки. Вымойте внутренние поверхности пальцев движениями вверх-вниз. Охватите основание большого пальца левой руки большим и указательным пальцем правой руки. Вымойте. Повторите для большого пальца правой руки. Потрите круговыми движениями ладонь левой руки кончиками пальцев правой руки. А затем поменяйте руки. Охватите запястье левой руки большим и указательным пальцами правой руки. Вымойте. То же самое повторите для запястья правой руки. Промойте руки под проточной водой. Насухо вытрите их полотенцем. Ну и конечно, если хотите устоять против вируса в сезон заболеваемости, регулярная умеренная физическая нагрузка – то, что доктор прописал. Занятия спортом, физкультурой, но тоже в зависимости от состояния здоровья, да, может быть, да, даже больше физкультурой. Ну вот, например, рекомендуется, чтобы в течение дня не менее получаса человек ходил. Именно спорт помог одной из наших героинь, Даше. Помните девочку, о которой мы рассказывали в начале программы? Справиться с болезнью. Она начала бегать на лыжах и убежала от гриппа навсегда. Я когда начала спортом заниматься, я вообще перестала болеть. Грипп – заболевание серьезное и опасное. Но не будем паниковать и бояться. Вакцинация и здоровый образ жизни помогут, если не предотвратить грипп, то хотя бы избежать его тяжелых форм. Не болейте и будьте здоровы!